Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч, я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне я хочу приготовить салатик из свеклы. Свекла овощ полезный, вкусный, поэтому готовим простой легкий салатик из доступных продуктов. И для приготовления нам понадобится, конечно же, сама свекла. У меня 2 средние свеклы, 2 небольших репчатых лука, также нам нужно взять 2 яйца, 3 маринованных огурчика, 2 зубочка чеснока возьмем, зелени 20 граммов, у меня здесь и укроп, и петрушка. Также нам понадобится 2 столовые ложки майонеза, у меня сегодня магазинный, но если хотите приготовить домашний, на моем канале он уже есть, мы его готовили, густой, вкусный, насыщенный майонез, переходите по ссылочке и готовьте. А из специй мы возьмем 1/2 чайной ложки соли и 3 чайной ложки черного молотого перца. Как видите, продукты самые обычные, которые есть у нас в холодильнике. Итак, давайте скорее же приступать к приготовлению. Свеклу нужно запечь, либо отварить. Я люблю запекать, так получается полезнее. Для этого отрываем 2 листа фольги. Заворачиваем и отправляем свеклу запекаться в уже заранее разогретую духовку до 200 градусов на 40-50 минут. Смотрите по готовности, все зависит от размера вашей свеклы, и как всегда проверяем готовность зубочисткой. 2 яйца нам нужно сварить вкрутую. Кладем в кастрюльку, добавляем столовую ложку уксуса, заливаем водой. И варим вкрутую после закипания 10 минут. Лучок нарежем четвертинками колец. И обжарим на небольшом количестве растительного масла. Нам понадобится примерно 20 мл. На сильном огне, непрерывно помешивая. Чеснок раздавим и мелко нарубим. Когда лучок приобрел светло-золотистый цвет, добавляем нарубленный чесночок. Размешиваем буквально полминутки. И убираем с огня. Маринованные огурчики нарежем пополам. Еще раз пополам. И на четвертинки. И высыпаем в глубокую миску. Сюда же добавляем остывший лучок с чесночком. Яйца я остудила. Их нужно почистить. И нарежем средним кубиком. Отправляем в миску с огурцами и обжаренным лучком. Остывшую свеклу разворачиваем. Почистим. И натрем на крупной терке. Если у вас есть терка для корейской морковки, будет еще красивее.
Высыпаем в миску. Солим. Перчим. Добавляем майонез. И размешиваем. Зелень мелко нарежем. Высыпаем в салат. Еще раз перемешаем. И вот, собственно, наш салатик и готов. Насыпаем на тарелочку. Посыпем сверху немножечко еще зелени. И попробуем. Ну что, друзья, салатик получился вкусный, очень-очень вкусный из доступных продуктов, которые есть у нас круглый год. Таким салатом вы можете баловать свою семью и своих любимых, родных и близких хоть каждый день. Получается бюджетно, вкусно и красиво. Если вам понравился мой рецепт, обязательно его приготовьте, поделитесь им с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра, всех люблю, целую и прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!